Дагестан с рабочим визитом посетили гости из королевства Брунея. Ректор Исламского университета имени султана Шарифа Али и его заместитель встретились с представителями власти и муфтията республики. Они посетили ряд учебных заведений и самую масштабную народную стройку Дагестана – духовный центр имени пророка Исы. С какой же целью приехали к нам гости из далекого Брунея, преодолев 10 тысяч километров пути, расскажет Хамза Нурмагомедов. Таким стихотворением о мире и добре на малайском языке встретили гостей из Брунея студенты гуманитарно-педагогического колледжа. Нур Ирфан бин Зайнал и его помощник поразились такому гостеприимству. Основная цель их визита – заключение соглашения о сотрудничестве между образовательными учреждениями Брунея и нашей республики. Мы в дальнейшем будем сотрудничать. У нас состоится обмен студентов, обмен преподавателей и обмен специалистов. Мы уже с марта месяца готовы принять студентов из Дагестана. Бруней в 10 раз меньше Дагестана по территории, да и живет там меньше полумиллиона человек. Однако это одна из самых богатых стран исламского мира, занимающая одно из первых мест в Азии по уровню жизни. Гости из Юго-Восточной Азии встретились со студентами и преподавателями не только ГПК, но и Дагестанского гуманитарного института, Дагестанского исламского университета и медколледжа имени Башларова. Они сообщили им, что высшие учебные заведения Брунея готовы принять дагестанцев. Мы готовы для поддержки наших студентов в дальнейшем учебе, но это нужно в первую очередь их желание. После окончания нашего учебного заведения они могли бы продолжить свою учебу в Брунее. После подписания официальных документов о сотрудничестве гости направились в духовный центр имени пророка Исы, мир ему. Им показали возводимые здания комплекса и подробно рассказали о грандиозном проекте. Было очень приятно видеть, что в вашей стране реализуют такие социально значимые проекты для мусульман. И то, как свободно вас тут практикуют ислам, как развивается ваша религия и любовь ваших граждан к исламу. Очень значимо, что именно в Дагестане строятся такие проекты, которые служат центром притяжения к себе людей, исповедующих другие религии. Накануне до этого брунейцы посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди и министра по национальной политике и делам религии Энрика Муслимова. Они рассказали о своем вузе и желании тесно сотрудничать в разных сферах, укреплять межгосударственные связи и повышать уровень образования дагестанских и брунейских студентов. В знак дружбы и согласия стороны обменялись памятными подарками. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.